Прежде всего хочу выделить, вроде бы выиграли наши ребята, молодцы, я их поблагодарил сейчас в раздевалке, но отмечу бойцовский характер. Хозяев не каждая команда, уже решив, как говорится, в отрицательную сторону турнирные задачи, закончив в этом году фактически выступление в ФНЛ, я имею через определенные туры вылетев, будет биться до конца, бороться, и это вызывает уважение. Мы об этом ребят предупреждали, и слава богу, что наши футболисты это восприняли правильно и играли, ну, также с должной самоотдачей. Отсюда и результат. В каких-то моментах проявили чуть-чуть более высокое индивидуальное мастерство и решили исход в нашу пользу. Александр Михайлович, что вообще пошло не так у вас? Вообще что-нибудь по плану или схемы? По сегодняшней игре? Да, по сегодняшней. Да я бы не сказал, что пошло не так. Видите, честно говоря, футбол на таких полях, ну вы же признаете, что поле и для ваших ребят, у вас в команде техничные футболисты, и для наших футболистов оно накладывает отпечаток на тактику. Приходится до безобразия иногда упрощать. И вот в некоторых моментах это, скажем, умение или желание, скажем, даже не умение, желание сыграть по-футбольному, как будто ты на хорошем поле, частенько нашим футболистам мешало. То есть пытались проконтролировать мяч, пытались не первой передачей сразу послать в линию обороны или за линию обороны соперника, а организовать какую-то комбинацию, связанную с контролем мяча внизу. Вот это немножко мешало, особенно от игроков линии обороны. Ну, хорошо, что решили те эпизоды, которые у нас немногочисленные получились.